гостях у Елены. Приветствую вас, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Как всегда, вы в гостях у Елены на моем канале. И сегодня я буду делать обзор покупочек. Вот. И так, с чего нам начать? Начну, пожалуй, с очень необходимой вещи. Это таблеточки от головной боли. У девочки, гляньте, вы меня спрашивали, чем я спасаюсь. Вот я купила такие таблетки, называются они Мигрениум. Вот. И чем они мне так нравятся? Я уже знакома с ними давно. Вот, они у меня просто заканчиваются. Вот у меня тут две таблеточки осталось, они у меня просто заканчиваются. И я поэтому купила себе еще. Вот, потому что вещь очень нужная. От переутомления, большой нагрузки за компьютером, вы все тоже сидите за компьютером, даже от вязания, от смены погоды вообще начинается головная боль. И вот Мигрениум мне очень-очень помогает. Я им очень спасаюсь. Вот. Нравится, вот спросите, чем он мне нравится. Нравится тем, что очень быстро снимает боль. Вот. И вот она очень хорошо помогает, облегчает он, этот Мигрениум, так сказать, сознание облегчает, помогает и облегчает. И не оставляет, конечно, отеков, что, например, цитрамон, вы все, наверное, знаете. Вот я раньше тоже пила цитрамон, потом меня очень-очень от этого все отговорили. И не влияет никак на желудок, вот именно Мигрениум, вот. Да, забыла сказать, что сюда входит еще кофеин в состав Мигрениума, вот, который дает прилив сил, и чувствуешь себя таким бодрячком. И самый главный плюс – это цена, мои дорогие. Цена, девочки, вообще в районе 100 рублей за пачку. Так что, девочки, советую. Тем более, что многие меня спрашивали, чем спасаюсь я. Вот, так что я поделилась с вами. Вот. Всегда она у меня есть в арсенале, вот этот Мигрениум. В моем арсенале есть такие таблеточки, что и вам советую. Так, дальше. Что я купила дальше? А дальше я начну с пасхального еще, такого вот шикарного как бы продукта. Вот, ой, убрать. Ну ладно, так поставим. Такие вот фломастеры, пищевые красители. Девочки, тоже меня многие спрашивали о том, как вот я порой разрисовываю там всякие разные украшения, в общем, на выпечку, на все. Вот такие фломастеры я покупаю. Вот. И будьте внимательны, я один раз купила, они совершенно не писали. Не знаю, вот этой вот фирмы почему-то мне очень нравится, девчонки. Я не знаю, вот «Домашняя кухня» написано. Я покупаю этой фирмы еще и... Ой, как тоже мне нравится, не сухой получается, такие вот стебелечки, корешочки ванили натуральной, тоже этой фирмы. Вот это я купила в Леонардо. Вот в Леонардо, я ездила в Леонардо, у меня сейчас много чего будет Леонардо. Так, вот такие фломастеры из Леонардо. Дальше, уже перейду плавненько вот так вот к спицам. Тоже покупка была в Леонардо. Гамма. Вы знаете, что я очень много вяжу, и постоянно у меня на спицах очень много продукции. Ой, простите, продукции. На спицах у меня очень много разной, как бы, разных вещей вязаных. То есть, может и быть и кофта одновременно, и не одна, может и быть и плед, и не один. И, в общем, спицы мне обязательно, у меня они постоянно заняты. Одни там, другие там. Поэтому я закупаю много, как бы, спиц. Здесь вот у меня целенаправленно куплено. Вот, к примеру, взять 4,5 и, значит, 4,5, то есть 2 пары спиц. Это у меня будет основное вязание пуловера. А это у меня идут 40 сантиметров. Это 80, 40. То есть это вот этими маленькими 40 сантиметров я буду вязать рукава. А это саму тушку буду вязать. Вот такие вот, как бы, спицы. Вот у меня вот уже есть такой наборчик один, посажено, вернее, изделие пуловера. И вот еще один мне нужен. Так, дальше вот точно так же, это вот касается летнего варианта. Значит, здесь у меня 100 метров, здесь 40 метров. Вот, 80 метров у меня уже есть. Сантиметров, девчонки, я сейчас вам тут скажу. Вот. 80 сантиметров у меня есть. И вот 40 сантиметров
и 100. То есть вот, и, вот такие у меня, короче, 4,5 тоже есть 100 сантиметров. То есть вот по 3 всегда беру, потому что 80 сантиметров я начинаю сверху вязать, потом, значит, все туловище, тушка уширяется, я перехожу на 100 и вот на рукава. То есть вот так. И также вот 5, номер 5, уже у меня посажен, я уже посадила изделие, и вот для рукавов остался. Нравятся мне вот такие вот шпилечки, булавочки, очень люблю их, они у меня есть разного размера, снимать, значит, ну, к примеру, что-то вяжешь, и какую-то часть петелечек ты снимаешь, потом довязываешь. В общем, вот так, здесь 170 миллиметров. Вот такие спицы, вот сюда положим, я купила в Леонардо. Дальше, что я купила в Леонардо? Девочки, наконец-то я нашла свою любимую пряжечку, которую я хотела. Ну, вот эта веревочнообразная такая, из которых я вяжу корзины, вяжу кружки. У меня очень красиво дочь из них вяжет на продажу эту красоту. Вот. И именно такой цвет я не могла найти. Разные были везде цвета, но мне нужен такой цвет, чтобы мне подходило под мою ванну. То есть вот у меня комод есть, вы видели, я вам показывала. И вот там есть ниша вверху, там у меня такие выдвижные ящики. И наверху перед гладильной уже доской основной у меня есть еще полки. Я туда хочу связать 3 корзины вот такого цвета. Когда я буду вязать, я вам обязательно поделюсь. Вот, вот такую пряжу. Это пряжа трикотажная. Лента, ленточная она считается, для рукоделия. Это я покупала в Леонардо. Значит, 92% хлопок, 8 эластан, 9, ну, уже все. Так, и я вот сейчас вот поближе вам подниму, и вы посмотрите. Вот. Вот это лучше будет, чтобы вы глянули, потому что то, что скажу я одно, а то, что вы увидите, другое. Вот. Стирает при 30 градусов. Это турецкая, страна Турция. Тут написано, что, значит, спица 8 и 10 сантиметров. А здесь не указан крючок, но я вяжу из нее крючком. Вот так вот красиво можно вязать и сердечком, и что угодно. Этот цвет называется синий. Я вам сейчас покажу, чтобы, если вдруг кому-то надо. Вот. Цвет синий. Вот. Все. Что вам сказала? Что это трикотажная лента, что здесь 92 хлопка эластана и метраж. 30, значит, градусов водичка. Вот. Стирать. Ну все. Не буду слишком много останавливаться на таких вещах. Так, и вот у меня еще появился вот такой вот моточек ниточек. Мне не хватает довязать носочки. Я начала вязать носки в подарок, поверьте мне, мне пришлось связать другие, а эти отложить, пока я куплю пряжу. Это Наташа, это семеновская пряжа, классическая, вот. Сейчас покажу вам номерочек, цвет это георгин называется, вот. 100 грамм, длина 200, здесь моточек 100 грамм, а длина 250 метров. Состав шерсть 95% и акрил 5%. Вот. Такая красота. 3-5 крючочек и 4 спицы. Вот, я спицами вяжу. Для носочков доделать, довязать мне носочки, я довяжу и все равно еще вторые подарю. Дальше. Это все куплено в Леонардо. Это, конечно, в аптеке. Так. Это... Та-дам! Да, мои дорогие, это вот это, вот это красота. Так, сейчас я немножечко вот так вот, а то у меня почему-то падает. Вот так. Это у меня муж, девочки, это подарок, Он мне весь март дарит подарки. Девочки, это было куплено, дома только он мне показал, я просто не увидела совершенно, я увидела у него пакет, но я думала, может, он что-то для себя что-то нашел, он ходил по другим магазинам, и дома он мне вынимает вот эту вот книжечку. Я просто-просто обалдела. Я очень давно хотела эту Библию узоров, 300 оригинальных идей, вот, и...
У меня есть они по отдельности, вот, и тоники такие разные, полно всяких книг. И вот я как-то говорила, что вот так мне хочется уже, чтобы у меня все было по отдельности. Он мне тут дарил про цветы, и еще, кстати, сейчас покажу, подарил. Ну, короче, он меня дома из этого же пакета вынимает и говорит: подарочки. Ой, какие они тяжелые, девчонки, это вот не передать вам, какая тяга, вот это такая тяга. И посмотрите, что здесь делается. А здесь вот такая красота, это Королевское общество садовода, размножение растений. Главный редактор Алан Тугуд. Девочки, вам не передать, какая это тяга. И здесь чего только нет. Я просто влюбилась в эту книгу. Ну все, что касается черенкования. И любыми способами размножения и черенкования, любыми способами. Здесь все есть, девчонки. И вес на это указывает, что рука болит ее держать. Вот такие еще два подарочка я получила от своего любимого мужа. Спасибо ему огромное, что он всегда прислушивается моим желаниям и приобретает мне именно то, что я желаю. Вот такая красота. Так, вот такие книжечки. Дальше, еще немножечко хочу с вами сейчас поговорю обязательно. Мне многие говорят, что я, когда показываю обзоры, то убираю продукцию. Ну, вот она будет как-то здесь. Вот здесь будет. Чтобы вы не думали, что я убираю, потому что, ну, делаю так, как вам нравится. Я не люблю обзоры, честно скажу, ради того, что вам нравится, делаю это. И, как всегда, еще купили один фитоверм, тоже он у меня постарался. Здесь 50 миллиграмм, есть в маленьких у меня тоже он покупает, потому что, девочки, я без него не могу. Это от всяких, от большого комплекса всяких разных вредителей, фитоверм. Без него я не могу, мне очень нравится. Вот эта фирма Агус тоже мне нравится, она хорошие всякие разные продает удобрения и все такое. В общем, фитоверм, без него никак. Вот такой вот фитоверм. Дальше хочу поговорить с вами насчет корневина. Девочки, сниму видео, хочу снять видео. Вот тут-то я и попалась насчет корневина. Помните, вы мне писали, многие в интернете сейчас говорят, что корневин пошел уже подделка, фальшивая. И я наткнулась на это, девочки мои дорогие. У меня одна часть из старого корневина укоренилась прекрасно, а вторая часть, девочки, дочерна. Вот послушайте меня, я заглянула, по-моему, на четвертый день или на пятый, не буду врать. Ну, и они у меня черные, вот жалко, что не было времени, мы уезжали по делам снять время. Прямо сам побег черным стал, вот лежит черный. Вот просто ужас, вот как теперь? И что самое важное, что я тот пакетик-то выкинула. Вот, я выкинула пакетики, вот я еще приобрела, то есть я не могу сейчас сравнить. Вот еще один приобрела. Не знаю даже, девочки, как тут посмотреть, и вот что-то, наверное, попробую, что не жалко, там пеларгонии очень много у меня есть на стригу, я даже не знаю, что делать. Я еще такая сказала, что у меня такого не было, у меня не попадалось, и вот я попалась. Вот реально в один и тот же день я укореняла это и это, я покажу вам те, у меня уже у петунечки пошли корешочки, все, а эти у меня просто черные, девчонки, вот черные. Это просто слов нет, здесь у меня тоже... Петунья была и одна пеларгония, вот, а другая пеларгония у меня вся в корешочках. Ну, короче, вот так вот, девочки. Так что вы меня, пожалуйста, очень прошу вас, напишите, как вы, нашли ли вы эту вот загвоздку, вот, как узнать мне, что вот этот не фальшивый, тоже мы вот еще один купили. Ну, картинка-то у меня тоже была на тех такая. У меня беда такая, знаете, что я высыпаю в коробочку, в баночку и выкидываю, а по ходу дела сейчас уже этого не надо делать. Так что я теперь в поисках другого вот этого иллюстрионного под такого вот пакетика. Ну, чтобы принт тут был другой и увидеть, что, и в чем разница-то. Вот, такая вот у меня потеря. Я просто, мне прям, я даже проследилась, потому что я обожаю росточки, мне нравятся они. И я очень сожалею, жалко их, вот. Так, вот такой вот купила, не знаю, что с ним будет. Ну и, конечно же, в Леруашку забежали, мне нужно было еще купить один кокосовый субстрат. Вы знаете, что я отлюблю его, я ему укореняю здорово, он у меня закончился в прошлый раз, а я укореняю только практически в нем, потому что для укоренения нужна обязательно очень рыхлая и воздуха, и водонепроницаемая, ну такая вот, значит, почва, и только тогда корешочки хорошо примутся, чтобы они у нас, земля же как имеет особенность, она спрессовывает очень сильно, поэтому вот это самые лучшие
как бы для кокосовый субстрат самый лучший для укоренения. Вот, здесь и написано высокая влагоемкость и воздухонепроницаемость, отсутствие патогенных микроорганизмов. И никогда, я уже так много об этом говорила, у меня есть видео, не буду я на этом останавливаться. Никакой у вас не будет плесени, если вы будете вот с такой вот штучкой укоренять и сажать. Ладно, не буду, значит, концентрироваться на этом. Идем дальше. И так видео получилось большое. Так, девочки. И вот такую красоту я выписала у мальчиков. У меня уже пришла. Та-дам! Очень рада. Скоро буду устанавливать и сниму вам видео. Вот. Вот такая красота. Это капельный полив. Простая система полива. Очень идеально расширяет для дома и офиса. Очень хорошо. Вот видите, уезжаете из дома, подключаете. Автоматически есть полив по таймеру. И сигнализация тут, ну, в общем, все есть. Я потом, у меня муж все это установит. Для меня сейчас очень главное установить, ну, купить полочку. То есть подставку под цветы в углу мы уже выбрали, но никак не съедем, не купим. У нас куча деньги, короче, туда-сюда, но не на направленное действие. Ну, короче, скоро поедем и купим, вот так. Я это сделаю отдельный еще обзор. То есть уже когда будет подключено, тоже я вам его покажу. Так. И здесь вот мы еще в Леонардо ездили и заодно зашла вот в такой вот магазинчик. Вот. Я в нем покупаю нижнее белье. Мне очень нравится. Много чего покупаю. Здесь вот тоже подарки, участницы, но я в этом не участвую. И мне очень нужен был вот такой вот платочек к моему плащечку. Девочки, он такой нежный, такой классненький. Я просто его обожаю. Да, здесь вот прямо он, по-моему, с ценой идет. 599 рублей стоит вот эта вот моя красота. Вот. Вот шарф. Вот. Вот тут вот я покупала. Целый отдел есть. Такой вот шарфик. Очень он у меня просто подходит. Я его выбирала именно под свой плащик такой. Вот, поэтому вот так вот люблю их привязывать. Как привязывать, вы сами знаете, тоже не буду концентрироваться. Но я очень хотела такой цвет и такое качество. Здесь очень-очень хорошее качество. Ну, 599, 600 рублей, скажем так. Так, дальше. Вот такие шоколадочки коммунарка. Одну мы уже скушали. Я очень люблю покупать. Это белорусский шоколад. В Пятерочке появился он. Мы забежали, купили. Вот, и я собираюсь, у меня еще есть, 5 штук мы купили, собираюсь вам снять видео булочек пасхальных, очень вкусных, которые будут с шоколадом. Так, и, конечно, еще собираюсь пасхально еще одну выпечку вам показать с ананасами. Как всегда, мне нравится, я покупаю вот эти вот кусочки в Пятерочке для вот этой выпечки. Ну что ж, мои дорогие, я думаю, что я во многом вам помогла, может, кому-то что-то нужно было из этих вещичек, что я купила, вот, и тут подарочки у меня от мужа, опять-таки, весь март мне дарит. Так что поделилась с вами тем, что у меня есть, тем, что я купила, вот, так что вот такая вот красота, я прощаюсь с вами, желаю вам всего самого доброго, самого хорошего, весеннего настроения, хотя посмотреть за окном, у нас там минус и днем, и ночью, и снега идут. Но, тем не менее, весна, март месяц, и я вас с этим поздравляю. Желаю вам, чтобы у вас здоровье было хорошее, самое важное, чтобы головка не болела, потому что у меня весь месяц головные боли были, вот, переутомлялась. Вот, кстати, вот вы мне потом будете благодарны, честно вам скажу за это. Я никому не наваливаю, это не реклама, но это хорошие таблетки. И просто спрашивали, вот я говорю, буквально вчера заглянула и спрашивала, у меня подписчица. Поэтому как бы я вам все показываю. И это тоже не реклама. Это тоже, вы знаете, что я мини-фермер, сотрудничаю с ними. Они всем дают блогерам, давали лампы для того, чтобы их испытать. И это самый лучший способ, чтобы народ испытал. И тогда будем говорить, что супер. И я скажу вам, да, супер мини-фермера. Теперь я выписываю себе у них все. Много чего еще другое будет. У них, кстати, можно еще выписать, когда птичками будем заниматься, цыплятками, и можно у них много для них повыписывать обязательно всего. Ну что ж, все, а то скажете, заболтала. Пока-пока. Как всегда, вы были в гостях у Елены, и мне очень приятно было с вами пообщаться и показать вам свои покупки.